Всем привет, с вами снова Зав, и в данном видео мы вам представляем вот такой вот качественный, крутой набор на 100 фишек, вот в таком вот пластиковом контейнере, очень удобный, качественный контейнер для хранения фишек. Данный контейнер имеет такую вот крышечку пластиковую, да, и такую вот пластиковую подложку. В этой пластиковой подложке имеются выемки, и, соответственно, вмещается по 20 фишек, то есть 5 рядов фишек по 20 штук. Значит, конкретно в данном случае у нас есть набор из керамических фишек. Очень качественные, популярные керамические фишки. Poker Stars European Poker Tour, так называемые. Выполнены из 100% керамики. Вы можете это наблюдать по звуку. Значит, по поводу размеров фишек. Диаметр каждой фишки 40 мм. Толщина у фишек... Толщина у данных фишек 3,5 мм. И, соответственно, вес каждой фишки 10 грамм. Значит, сейчас мы, друзья, с вами еще пройдемся по картам. У нас также к данному набору конкретно идут пластиковые карты. Сейчас я вам их покажу. А, прошу прощения, перед тем, как мы перейдем к картам, я вам хочу сказать еще, что вы можете сами, то есть покупатель сам выбирает любое количество номиналов. То есть в данном случае, вы видите, да, по 20 штук. Значит, однерок, 20 штук пятерок, 20 штук 25-ок, 20 штук 50 и 25 штук номиналов 100. Но вы, то есть покупатель, может выбирать любое количество номиналов. 10 номиналов у нас есть. Это... Ну, конкретно из данных, которых здесь нету, да, это вот десятка есть, значит, 1000, 5000, 10 000, самый крупный номинал, 10 000, значит, так, 25 у нас есть, 5000, вот. Покажу, кстати, сотку поближе. Вот, друзья, значит, по поводу карт. Покупатель может сам выбрать любую колоду карт. Соответственно, да, от выбранной колоды карт будет зависеть стоимость сия набора. Значит, есть вот такие вот 100% пластиковые карты. У них крупный индекс. Вот такая вот рубашка. 54 карты в колоде. Толщина карт 0,32 мм. Да, что очень хорошо для игры. Значит, есть у нас вот такие вот знаменитые карты Texas Hold'em. Очень тоже популярны. Вот такая вот рубашка. Прошу заметить, друзья, что вот в этих картах конкретно 55 карт. То есть одна там специальная колода, карта, то есть идет для подрезки, либо для бита, кто как называет. Значит, очень качественные карты. Советую их к игре. Значит, у нас еще есть такие вот карты, тоже известные, Poker Stars, черный в красный, в черном-красном цвете, да, то есть вот такая вот колода. Здесь тоже 55 карт, одна специальная для подрезки. Значит, вот. И, соответственно, вот такие вот самые профессиональные, это у нас, приблизим рубашку, очень красивая рубашка, профессиональные карты, в которые играют профессионалы. Производство Испания, Фурниер 2818. Вот. Вы можете выбрать любые из этих колод. Так вот, друзья, отправляем данные наборы, данные карты, данные фишки по всей России, в страны СНГ, да и вообще в любые страны, без разницы. Вот. Обращайтесь. Будем вам рады, будем вам помогать с выбором. То есть у нас очень много различных фишек, наборов. Спасибо вам за просмотр данного видео. Подписывайтесь на наш канал, нашу группу ВКонтакте. Всем хорошего, ставьте лайки. See you soon!